Hey, всем привет, друзья! А мне перебивает Амиция. А вы доказали Крис плюс Плей, мы продолжаем. Requiem Tale. Ой, нет, нет, A Plague Tale, Requiem, вот так правильно будет. Смотри, значит, стены их останови. Плевали они на стены. Они идут туда, где есть пицца, пицца. Солдат тоже не видно. Где есть пицца? Они, блин, черепашки, извините. Слушай, Лю, Лука, как тут чуть в лабораториях Вадена была фреска с изображением острова. Она не может быстрее бежать, видишь? Я ее видела, представляешь? Воден знает об острове. Ладно, ладно. Я попробую его расспросить. Спасибо тебе. Итак, матушка сказала, правник живет на опушке леса. Да, 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 да. Мы, наверное, уже близко. Я что-то не могла это делать, ты на бегу все с ним разговаривать. Сейчас же можешь. Как тут тихо. Что-то не так, еще недавно тут были люди. А, крови нет, следов бобров тоже, бобров борьбы. Бобров здесь тоже нет. В этой кузне недавно работали. Опять сейчас эти будут. Смотри, тут есть верстак. Ты сможешь улучшить свое снаряжение. Давай попробуем. Кто знает, что нас ждет дальше. Ты прав. Это не верстак, это сундук. Он как? Я... А, помню. Точно, блин. Прикинь. Верстаки же есть. Вот, на верстаке можно улучшение свое делать. Я и забыл совсем, что я мыло в прошлой игре такое было. А как это делать-то? И те, блин, а как делать улучшение? А, вот этот верстак. Ептить. Что можно улучшить? Проще. Алхимия. Снаряжение, инструменты. А, чтобы улучшить. Чик. И что теперь? Смягчив веревки, амиция производит меньше шума при использовании прощи. Двойная петля. А, нихера себе. Она может... Два метнуть без перезарядки. Дополнительные карманы позволяют амиции носить больше алхимических снарядов. Зарядов. Угу. Снаряжение, инструменты. Да. И все. Ой, тебе так мало того сил. Ну, тебе мало такого сил, этого сил маловатенько, да. И че? Агрессия. А, это само прокачивается. Ну, понятно. Ну, вот так-то лучше непременно пригодится. И че, пяти? А че такое? Да пошли. Пошли! Пошли, let's go! Куда пошли-то? О, тут и есть. Тут труп. Что, крысы? Нет. Поэтому в жопу смотреть. Давай, иди. Его закололи. Наверное, солдаты. Солдаты мудаки, да? Ну, реально, взяли закололи чувака. Ну, а представляешь, люди жили в такой жопе, блин. Тысячелетиями. И это еще считалось хорошо, смотри, тут сухо. Ну, типа, вроде как сверху защищен. Ну, хотя, как бы, судя по нему, ну, смотришь на него, да, и не особо он защищен, раз ему дали вот, вот такой вот. По жопке-то настучали. Вот так, что он больше и не встает. Ну, и что-то пёр с башкой своей. Ну, скорее, она здесь. Они сюда и добрались. Ёп. Я же говорила, стены их не остановят. А вот это из-за туш. Да, их притягивает кровь. Но кто знает, когда становится кровопролитие... А, ну понятно. Так, у меня камушек мой зарядить. Камушек вот сюда. О, подожди. И все. А, вот так. Понимаете? Слушай, конечно, а чем мы дверь закрыли? Вот она вышла. Странно, да? Мы спустили секунду в подвал. Это чуть перепад такой был. Как будто мы в подвал, а оказались все равно на улице. Как мы зашли с улицы, спустились в подвал, оказались на улице. Видимо, а, ну здесь просто перепад какой-то этот. Уровней, да, высоты. Поэтому я так взломал головоломку эту сложную, но взломал ее легко. Ну а хи у нее оставалось. Идите в рыбки, эти крысы, рыбьи. Идите вы в зёпу. И всем. И все сделаю всем. Давай, ова. Это что за... А ты что за... Стой. Там обычный камень. Да блять. Меня в жизни уже давно бы ебнули. Делай так сюда медленно, да? Как вот сделает сейчас. Эх, это было неожиданно. Ты такой, боюсь, мы с ним еще встречаемся. Так дальше нельзя. Это должно закончиться. This has to end. Ну понятно. Там как-то все это, да? Смотришь на это, я же прям не понимаешь. А че так? Агрессивно-то здесь все происходит вообще. О, вот что. Ну, халясио. Все мы зазгем и пойдем. Опа. Пойдем, пацан. Такие фу.
гадость. Ну почему ты никогда не берешь две палки, это, блин, да? Вот реально, возьми ты две палки, раз почивают. Ему дай две палки. Да вы так можете дойти, блин, до конца игры с этими палками. Бросьте, как не бросьте? На. Опять этот еблан. Так, подожди, мне надо этот. Этот как его. Вот этот экстингвисер. Только подожди, ну, прощу. На, сожжите его нахуй. Ну, а че вы не сметело? Вот что они его не жрут? А вот нечестно, блин! Почему вы не зажрали этого упыря? Вот, блин, реально. Хухер. Ну, пиздец. А что с ним сделаю? Я реально с ним ничего не сделаю. Опять начинается эта шлепандосина. Пиздых. Я не знаю, что с ним делать. Ну, этого потушили. Ну, сожжите вы этого, ёбка. Ну и так не тесно. Ну не тесно так. Честно тебе говорю. Как ты здесь все по-ёбнутому сделал, ну вот честно. Либо я дурак, либо... Да проще заново начать, ну а чё, реально? Я не понимаю, почему вы так не сожрали-то? Должны были сожрать его, крысы. Ладно. Ты можешь идти или нет? Я не ту клавишу жму. Я жму влево, назад прям. Короче, опять стелсы. В этой игре без стелса уже нельзя. Что-то в этой предыдущей части без стелса я вообще запросто обходился. И не надо было им пользоваться в принципе никогда. Здесь же. Че не возьми. Везде ебучий стелс. Пошли. Да присядь ты. А че у него цепился-то? Вот как мне идти? Он сейчас не увидит. Да он слепой, да? Он даже не видит факел, блядь, с правой стороны себе. Нахуй не будем бросать. А? Ой-ой-ой-ой, ай-яй-яй. Ну да, здесь, конечно, такие допущения в игре, да? Как можно было не увидеть вот ее? Такую бредущую себе спокойненько. Так, где мой этот? Па-па-па-па-па. Огневатель. Пиздых. Хорошо. И вот это хорошо. Чик-чик-чик-чик, ломись. Девушки мои, ха-ла-ла-ле. Ха-ла-ла-ле. Я как этот. Че вижу, пою. Как его зовут-то забыл. Ой, свечки можно зажечь? Было бы неплохо, да, их зажечь? Ну это же свечки, они должны зажечься. Но вряд ли не зажгутся, потому что игра так не задумана. Ты должен мучиться. Мучайся. Вот этот еблан мне не нравится. Вот там. Поэтому мне надо взять свою тенденцию. И взять уебаться этого мужчину. Пиздых. До свидания. Это за всех, кого ты убил. Амиция, нам сейчас не дает сведения счетов. Но мы должны идти. Я бы туда прошел. Только там до косня. Что мне с ним делать-то вообще? А, они его жрут, да? Или нет? Ну ладно, они его жрут. Оп, ничего, я не против себя возьму. Отвали. Рассмотреть. Я их, блин, впритык не наблюдаю. Они, кстати, меня тоже не наблюдают, да, так близко. Я что-то все время пропускаю охранников. Вот где они шляются? Вот с этими... Блять. А я что сделал-то вообще? Я сижу, никого не трогаю. Запор, как меня увидели-то они?
Че, за забором уже не посидеть? А если приспичило? Пиздец. Ну так же нечестно. Ну согласись. А че это вдруг появились они опять? Ну ладно. Кто это меня там увидел, а? А ну-ка, любопытно, сейчас получу поебу. Ну давай. Че, он подойдет? Тебе показалось. Ну реально. Ну показалось, чувак, показалось. Ну кому-нибудь все. Каждый бы когда-нибудь что-нибудь казалось. И вот, и все, и пиздец. Что-то само вылетело, какая-то искорка и зажгла все хуя. Бывает же, бывает. А че нет? Вполне себе возможная ситуация. А мы туда больше не пойдем. Делать нам нехер, да, пойти. Главное, чтобы этот меня не увидел. Прямо иду под огнем. У него на виду. Вот. Ну пожалуйста, съебал на. Как мне его затушить? Да дура, блять, возьми ты этот. Ну пиздец. А бессмысленно? Ну и чё, эти идут? А чё с ним сделаю-то? Да не... Ты ебанько, что ли? Вот так. Так нормально? Я вообще нихрена не слышу. Шептуны! Нашептали тут шептуны. Да? Я потратил ножи, меня это бесит. Надо было сохранить их. Дура, как можно... Ну почему у нее ножи одноразовые? Я вообще не... Она что, с пластиковым ножом что ли ходит? Такой, знаешь, который одноразовый. Стаканчик одноразовый и пластиковый... одноразовый нож. Что за херня? Откуда такое вообще? Съебались. Так, у этого что-то... А, селитр у него есть. Лутанем немножко селитрочки. А я туда не пройду. Жрут, да, вообще пиздец. Ну ладно. Это ваше дело. Я тут не участвую. Жрите, что ли, хотите? А как туда пройти? А хрен, никак бы не пройти. О, вот что. Заметил. Ну и заметил, и нашел, и забрали, и собрали. И пошел. Блять. А, свалили нахер все. Мышуны. Не, ну туда сходить. Мы сейчас. Да отвали, мальчик, гуго. Ой, здесь под ногами шесть. Здесь же мы не были. А здесь много чего есть. Сундук, стол. Современный. Мощный, красивый. Стол. Она собрала отсколько, да, все? Полезно. Повалюсь его. Да-да-да. Так. А нам же теперь... Куда идти с этой палкой? С этой палкой нам куда пойти вообще? Нет, я не пойду. С этой палкой можно туда пройти, посмотреть. Смысл нам сюда? Ага, сейчас. Ну иди к огню-то, блядь, амиться я! Ну ебанько, ну сделай ты два быстрых шага. Бросьте ты в это пламя. Сгорит вместе с ним. Ну нет же, тупит она меня жестко. Чего ей мешало-то, блядь, ускориться? Начинай там это. О, ноу-ноу-ноу-ноу-ноу. О, ноу-ноу-ноу-ноу-ноу. И все, и пиздец. А, вот сюда можно. Так, а у меня палка. Понятно, у меня палка. Чё с ней? Чё с ней ничего не сделаешь. Зажигаем. Зажигаем, го-го. Свалина. Свалина! 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 Это свалина! Сгорели какой. Вы думали, сами ведут эти штуки, шучу. Ни хера подобного. И чё, я сюда припёрся? А хера сюда припёрся вообще? Ты вот долбоящер, да? Делать что-то припёрся сюда. Пшшш.
Где-то еще можно зажечь. Это все зажигают, зажигают. Зачем зажигаю, непонятно вообще. Это же... мне сейчас понятно идти. А я зачем тут зажигаю? Ну пошли. Че такая медленная, бля? Вот прям подбешивает. Ну реально очень медленная, она. Че? Ну так и не мешка, идем. А, не должен быть где-то на той стороне. Да, пошли. Сюда. It's through here. Through, это сквозь. Here. Ну, то есть, насквозь. Знаешь, уроки английского языка от Криса. Будешь знать все идеально, что-то красиво. По-гембриджски. Отлично, здесь кажется безопасно. Ну, теперь да. Скажи спасибо, что это не ты в одной из этих телег. В смысле телег? Травы, Лука, пожалуй, скажи, что видишь это. Это, конечно, то место, но нужно сперва осмотреться. Как вообще выглядит этот послен? И кто? Ищи фиолетовый цветок в форме звездочки. Фиолетовая звездочка, фиолетовая звездочка. Фиолетовая звездочка. Я бы сказал фиолетовый цветок, а не звездочку. Это все не цветы, боже, сосредоточься, сосредоточься. Она сразу буквичку такая, да, оп. Он где-то здесь. Нет, не той формы. Ничего страшного, просто ищи, иди дальше. Ищи бы цветок фиолетовый. Почему здесь нет этой крысы? Нет здесь. Торговка цветами, жена травника, они ее убили. Да иди лихо. О, нет, мерзавцы, она была такая добрая. Ну, странно, то ли я стал черствый, то ли чего-нибудь, не знаю, как-то... Но вот после, как называют, «Ходячие мертвецы» игра, Telltale's Games, что-то не как-то не, что-то не трогает в играх. Не знаю, почему. Вот там прям трогало, а здесь... Эх, Telltale Games, сломали меня. Теперь я такой же сакан. Такая я, мразь. Черствый. Не сожалею никому ничего. Лука, здесь его нет. Вижу, давай поищем в доме. Да там он наверняка должен быть. Садовая утварь, да что ж такое, это ж все не то. Мы впустую тратим время, а я могла бы быть там. Да хватит причитать-то с ним, как-то мы теперь вернемся обратно, ладони все потные. О, суть. Ищите, не прячьтесь ли тут, чё, амиция сюда. Солдаты, лучше сама посмотри, время в обрез, так что работай быстро. А. Ты останешься патрулировать, увидишь хоть одну крысу, сразу доложи. Остальные за мной. Обыщите это место. Нам нужна еда, лекарства, все, что найдете. А нет, они идут туда. Ну что же делать? Я переигрываю немножко. О, нет. Ты не в порядке? Я в порядке. Нет, ты не в порядке. Ты сейчас даже не дышишь. Холодно ушам замерзнешь. У меня крутится голова, сердце колотится. Понимаю, послушай, солдаты графа возьмут все. Да ты так мог разговаривать, да? Что найдут? Мы должны успеть добыть Беладонну. Беладонна есть такая порнокрис. Когда маленький был, я в ужасе был к ним. Ты не в том состоянии, я прокрадусь незаметно, я справлюсь. Ну и чё, бля? Да хватит там, блин, размышлять, давай уже иди, я убегу, мне не привыкать. Мне не привыкать. Что со мной? Да ничего, ты женщина, ты девушка, у тебя вот все проблема. Начинаешь причитать по всяким пустякам. Тебе же на все объяснил. Хватай, мочи, беги, все, вся, весь план. Надежный план? Очень. Ты видишь, такое все неспешное, я не понимаю, нихера. Ой, то есть тут даже добавили возможность пропустить всю эту херню. Тут и другие есть, обыщите здесь все, убивайте всех, кто попадется. Understood. Так, точно, рассредоточиться, смотрите, оба. Идиотка, зачем ты отпустила его одного? Ты тупица, тупица, должна его вернуть, нельзя бояться, давай. Хватит сдерживаться, спаси его любой ценой. Мародер? Да сюда только сумасшедший сунется. Ну и что, сможешь спалишь нахер отсюда? Здесь никого нет, иди ты в жопу.
Он так стоит еще, да? Этот, на полусогнутых. Нормально стоять не может, что ли? Спортсмен. Или кто он этот? Мотоциклист, что ли, у которого украли мотоцикл? Проверка, я лучше там. И че за херня? Сюда. Ой, сейчас меня спарит. Лукас, он жив, ублюдки, дайте только до вас добраться. Ну, короче, не его поймали. Я, видимо, пропустил тот момент, где они его поймали. Да? Ну, этот ходит долбоеб. Этот ходит долбоеб. Че-то так всех долбоебами, да, называли. Асанта! Асанта! М? А? А? Понравилось бы, если бы так все называли долбоебом? Нет. Ёпты мать, зачем ты это-то использовала? Ой, огнефайр, ну не надо было. Он сам воспламенился, я с ним ничего не делала. Ой, у нас есть этот интрудер, который... Ходник. Блять, только не этот. Я интрудер, ты пошел уже. Как он меня нашел? Я в домике. Да пошел ты нахер. Они такие, блядь, пиздец, все мощные стали. Я интрудер. В кустах сижу. Далеко гляжу. Я нихера не вижу. 5 человек, почему так много-то? Надо как-то их аккуратненько, да, высекать? Ты тут тоже с этим камнем ебучим. Огненным. Могло быть все проще, а он как-то это... И все. Я в домике, ты нихера не видел. Ну че, он же сейчас не должен меня увидеть никак, да? Ну, так нормально сделать, да? А ну покажись, трюси. Я один вообще, одна. Свали в жопу. Да это нормально, то что я дал ему люлей, а он растерялся и не увидел меня. И все, нормально. Тут было странно, да, если бы сейчас... Не важно. Ну и правильно, дурачок. Нет, чтобы пойти и проверить, да? Так зачем, нахера? Не, мне показалось, только что троих чуваков моих там сородичей угандушили, а мне просто показалось, что там кто-то ходит. Ну, почему бы не проверить? Да нахер надо. Ну, может быть, ему и страшно стало. С другой стороны, да? Так подумать. Он же не знает, кто там, что там девочка такая слабая. Ну, не такая уж слабая, конечно, да? Свою прощу ебучей этой. Тут она уж всех достала. Держись, Лука, я иду, я с ним... Я расквитаюсь. Там просто, представляешь, какая сила в этой проще, что ее раскрутки и китка бросает, чтобы пробить башку насквозь. Вот это вот страшное оружие. Да? То есть умеющий. Как пиздец. Ну что ты там, бля, круги наворачиваешь-то? Круги наворачивает, видим? Нет, чтобы просто ее... А она круги наворачивает. Ну что за... Опять боком там ходит. Ходит боком ходить. Звук был оттуда. Только не умирай, только не умирай. За Лука ем. Лука шлюка. Шлюка. Почти близко. Чё? А чё она тех, кто в этих, в касках не душит? Или я просто тупой, сзади к ней не подходил? Зачем их что-то орёт? Как, реально, как шараповый, да, рисовали? Еще так рукой делает, как будто ракетка бьет. Хуя! Жить буду, спасибо. А чё у него? А, чё-то она сидит про него взяла. Не забудь о нем, я достала послен. Нужно уходить отсюда. Я слышал какие-то крики в сарае, они идут. Сюда, отсюда прячься, я с ними разберусь.
Давай, иди. Опа. Опа. Ой, селитра. Это селитра. Я сам ни хера не вижу. Иди сюда и получишь. Вот с щитом. Ой, ёбок. Ну, как его, а? Обманул-то. Ты чё, охерел? Я был впервые. И ни одного, что ли? Очень, очень удобно. Но она, конечно, мощная бобца у меня. Смотри. Сколько у нас с собой камней таскает, да? Вот так? На. Ну реально, я не видел у нее сумки с таким количеством камней. Не видел. Может, мне надо поразъебать отсюда? Че стоят на месте? И поэтому они появляются, 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 появляются. Достаточно. Довольно, это же вопрос части. И решать буду я. Ты труп, черт побери. Дубица, душка. Не. Все? Добивался. О, пришел. Будешь знать, как убивать моих парней. Вот это, кажется, вообще неуязвимый какой-то. В такой весь в броне, весь какой-то законный. Только не думай, что мы с тобой закончили. А я не думал. Что мне думать-то об этом? Я вообще ничего не думаю. Закончили, закончили. Мне какая нахер разница. Не выходи, что после такого вас быстро казнят. Мы все скинулись в палачи, чтобы он сперва над вами поработал. Ты лучше сядь. И это все, что ты можешь сказать? А что она тебе должна еще сказать? Мне просто вот интересно, что ты ожидал от нее услышать? Ну давай, не стесняйся, у тебя тут целый... Зачем сдерживаться? Хватит. Нет. Ну вот что нас тут... Во что ты нас втянула? Нас просто... Что сделать? Какова, думаешь, Гугу сейчас? А каково будет, когда его сестру повесят? Да я сделала глупость. Хорошо, ясно, понятно? Я не знаю, что с тобой происходит. Лука, мне кажется, я схожу с ума. Да, потому что мир делает тебе больно. И вновь. И ты хочешь оплатить ему тем же. Мне делают больно эти бесконечные разговоры. Ну почему нельзя Вигурду ускорить? Ну нахера так долго? Ну ты, это не они. Ты, Амиция Дарун. Ну реально. Я же игру играю, а не смотрю. Лестница вообще готова! Выводите осужденных. Ему не вот сам... Это про нас, слушай. Эта штука реагирует с огнем. Я дам знак, когда буду готов. Вот этому... Я не знаю, на что похоже его. На кого-то, блядь, не знаю, утку какую-то, да, на выход. На какого-то петуха. Есть такой закованный, ему самому-то не тяжело так ходить. На нее килограмм 50, наверное, сейчас сидит. Я готов, скажи. Стоять, ждем палача. Амиция осталась без снаряжения. Теперь у нее альт, чтобы выделить альтернативный элемент. Что, побежали? Интересно, да, кто их обыскивал? Что за придурок? Я называю это супер фасио. Глаза привыкнут, как оно хорошо действует. Моя прощай все еще у них. Я ни черта не вижу. Это их задержит. Ты нас там прямо спас. Да-да, куда теперь? Выбраться как, на какие-нибудь мостки или на крышу? Надо обыскать сначала здесь. Там есть окно. Лука, оно выходит на крышу. Другого варианта нет. О, вот это высота. Там безопасно?
Ну да, да, заебись, прям вообще. Вот и самое то здесь погулять. Выползай. Безопасно абсолютно. Черепичная крыша-то. Че может быть безопасней? Успокойся, идем. Я похоже, это наш единственный шанс. Ты шутишь? Нет, просто прижмись к стене. О, боже, боже. У тебя все получится. Да вот почитать-то. Я бы на вашем месте, наоборот, шел бы этим... лицом к стене. Хотя можно ухватиться. Там же, видишь, стена каменная. Честно, так, еще одна крыша, мы почти у цели. Просто эта черепичная крыша, она пипец вообще. Как по мне, так. Еще и бежать по ней. Пожалуйста, давай уже уберемся с этой крыши. Ну давай, конечно, ты, блядь, спускайся, весь хочешь, прыгай вниз. Как ты еще уберешься, придурок? Боже, да такой дурень. Это духогоблин. Как ее оглушить-то? Ну даже хуйня какая-то. Ну я подошел к ней. Почему она его... Я не знаю. А у нее же оружия никакого нет, да? А в прошлый раз ты что она с ним делала, когда подкрадываешься? Что-то она делала с ним. Я сейчас тоже хотел то же самое сделать, чтобы она ему там настучала. Вот меч. Ну возьми ты меч, да? Что мешает? Возьми лук. Оружие полно. А и похер вообще. Она лучше будет ползать. Ой, внизу всяких шляпунда. Шляпунда. Шляпунда, шляпунда. Да, это же чертова ведьма со своей прощой, но зверь ее увел. Да и мяса нам теперь на целую неделю хватит. Отлично, давай скорее на склад. Явку-то скоро сдернут. Полно народа будет. Симпатично, да? Он, но, еще стражники. И это так и будет стоять, но там рядом огонь. Остался еще у тебя этот суперфасио, да? Да, скажи, когда мне его запустить. Ну, прямо сейчас запускай. Что же это? Суперфасио, блядь! Амиссия. Да я поторопился. Клавиши просто, я нажал Ctrl. Нет, Shift я нажал. Я подумал, а надо Alt. А я подумал, а надо. Все. И еще страшно. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Давай, суперфатио. Давай. А всем похеру, да, внизу? Что там происходит? Никто внимания не обращает. Баба сбежала. Что-то подозрительное. С кем не бывает. Что-то там шипит, бурчит, бурчит, взрывается. Ну, подушка херня. У нас каждый день происходит. Где? Всем плевать. Где там Гугл? Недолго этому на городу осталось. Да уж, нам нужно попасть домой. Нам серьезно? Почему? Чу? Никакой паники. У нас так посторонние. Нет, просто вперед. Кстати, а ты что, закончил под столом? Под стол, быстро. Видно, ни хера. Вот так. Stay still. Оставайся сталью. А нет, ни хера. Не стил, а стил. Пошли. Стил. С этой STILL стил, типа все еще неподвижно. Говорит, неподвижно. А стил это STEEL сталь. А настоящий стил, а настоящая сталь, понимаешь? Это которая в этом 50 оттенков серого. Вот такая херня. Ага, вот такой я тоже смотрю. Да, смотрел. Но мне бы понравился этот 50 оттенков черного. Ну где-то пародия с этим Марлон Вайнс или как его зовут. То же самое сделал, только это пародия. Гляди, это же... Че, совсем близко, нужно найти, где спуститься. Надо скорее вернуться домой. Матушка будет не себя, я всех подвела. Не смотрел 50 оттенков черного? Посмотри. Вообще заебись комедия. Я... Когда она вышла? В 16 году, по-моему. Я тогда прям... Я люблю пародийные комедии еще с детства, наверное, когда это был. Голый пистолет. Вот это вообще, мне кажется, на века. Правда, да-да, точно. А это значит... Здесь где-то должен быть наш послен. Какой послен? И моя проща. Ладно, ты еще ищи послен, а я прощу. А, точно, послен, надеюсь, сумка тоже цела. А почему думаешь, что она здесь? Блин, твоя проща, это просто ремень. Почему не выбросили ее, например? Да? Чем мешало выбросить?
Ну вот, и этот. Лесли Нильсон, голый пистолет. Я только маленький, да? Ну, стал, узнал, что вообще актер есть. Ну, когда маленький, в 90-х, в конце 90-х, да, там. И то, это тот актер, как Морган Фриман. Ты всю его жизнь знаешь, как только старика. Вот всегда он был старым. Для меня, для тебя, для всех. Оружие, мечи, ножи. Ты хоть один фильм вспомни? Лесли Нильсоном, где он был молодой. Нет? Или Морган Фриман. Тоже нет. Они там все после 40 начали, 50, где-то вот так уже известные стали. Так, а мыться без снаряжения. Так, найди мне этот послен. Да что такое послен-то? Мне дайте лучшее объяснение, что такое послен. Что можно искать? Как я могу найти? Что и чему я не знаю вообще пояснение? Послен. Что это? Послен. А что это? Хэмнет. Чего нет-то? Что это? Бочка. Ну, с оружием. Это точно не прощай и не послен. А может и послен? Я же не знаю, как выглядит послен. Да что такое? Пожалуйста, пожалуйста. А могут войти в любой момент. Что-то дела. Элемент какой-то. Но она все равно бегает так неспешно очень, видишь? Вот я сейчас shift держу, она все равно еле тащит свою жопу. Может здесь? Ну пожалуйста. Ну где же эту послю? Куда же они ее дели? Ну где же она должна быть? Если дойдешь до нужной точки, там все включится и все там будет. Ага, тут только полезного. Этот запах, это же домица, я нашел послен. Наконец-то. Хоть кто-то из нас не бесполезный. О, а вот ты где, нашла. Ночь. Рюкзак и прощаю. Ну понятно. Видишь, нашла. Лежит она себе такая. Прямо здесь, на видном месте у стены. Хорошо ведь? А, ну, не, сломал. Дура, блин. Ты обычно в людей утыкаешь, и то теряешь. Я сломал нож, но дело-то того стоило. Надо было подглядывать. Надо было подглядывать, чтобы... Блядь, чё? Что? Ладно, за работу. А, ну, может, что-то лучше, да, все здесь? Проща. Алхимия. Угу. Снаряжение. Еще один кувшин. Да, вот это. Ну а чё нет тобой, да? Гораздо лучше. Постепенно будем развивать ее полноценно, вот так вот. По чуть-чуть всему ее обучим. Инструменты. А, вот что-то еще можно сделать. Можно превращать вещи в сырье, если закончилось место. Не, не хочу, я лучше вот это. Прощу. А, нельзя. Херовый. Я-то думал, что можно, а нельзя. Недостаточно материалов. Материалов не хватает, видишь? Для материалов надо побольше всего собрать. Ну да ладно. Прокачали ее немножечко, уже хорошо. Че, плохо что ли? Вообще отлично. Стоит, пялится мальчик. Воротик смотрит. Ну так что, нам того самим... Не знаю, да, и не хочу знать, уже поверь. Уж повер, там тебе точно не понравится. Проклятие, до ворот уже рукой подать. Их слишком много, прошмыгнуть незаметно не получится. И тут оставаться тоже нельзя, не нужен план. А, я не знаю, здесь столько всего. А почему нельзя здесь остаться? Ну конечно, ты видишь то, что я вижу, что? Как я могу видеть, что ты видишь, придурок? У меня свои глаза. Глаза, там, наверху. Бариста, гляди, я набрал достаточно ингредиентов, чтобы сделать очень большой суперфатио. Прилепляем его к наконечнику, выстреливаем, и если сила трения при попадании его воспламенит, получится достаточно дыма, чтобы ослепить их. Если оно сработает, других идей у нас нет. Давай спускать эту баллисту. А у меня там есть лебедка. Ну как туда забраться? Я ничего такого не вижу. Должно быть какой-то способ. Должен быть. Эй, приведи еще бойцов, что нужно усилить все патрули. А я вижу другие способы. Давай скорее, скоро их тут станет много. Как мне кажется, она могла бы просто взять и перебить их прощой своей, например. Отлично, давай-ка откатим. Ну и чё, ты подкатил? А ты дальше не хочешь подкатить её? Ладно, кати. А, о! Вот, она может и прощи перебить. Они могут спрятаться вот хотя бы туда же, да, забиться.
И дождаться, когда их там станет поменьше, и прошпыгнуть. Им же ничего не мешает? Или мешает? А что им мешает? Сценарная импотенция мешает. Вот что им мешает. А куда ставить ее? М? А все, застрял. Ничего. Да брось ты. Они почему-то не бросают. Что за херня? Ты можешь ее бросить? Она не... А, вцепилась в нее, и все, ее не отпускает. Пробаешься? Блять, как обычно. Брось ее, пожалуйста. А, милиция! Не хочет. Ну не хочет она ее бросать. Пиздец, она ей понравилась. Музыка какая нагнетающая. Что за херня? Ну вот объясните, почему она ее не бросает? Ой, затрахала. Или нам сюда ее катить? Так показали так, куда катить, да? Просто подперли дверь и все. Альт. А, вот так. У. Что? Лука, попробуй тут, ты. А что попробовать-то? А, вот сейчас забраться? Ля-ля-ля. Он мне что-то рукой показывал, видел? Возьми альт. Может подставить ее сюда? Они там уже все, весь пол попортили. Вот, блядь, дети, а? Безобразники такие, да? Весь пол попортили. Хорошо. Остановить. А, вот. Понятно, надо ее здесь остановить. А, есть то. Есть то. И чё? Ну, установили. Надо еще найти, да, ее? А, вот так, наверное. Подняться, что? Посмотрим, что там есть, не знаю, что там. Вот здесь какой-то этот. Терре. А, вот так можно переключать. Ага, понятно. Ну стой, я узнаю эти места. Лука, у них тут карта Гиени. Гиен? Правда, что она тут делает? А, я не знаю. Вот океан, вот озеро. Не знаю. Ну так, а дом был где-то, да где-то здесь. Хе. Слушай, может не стоит сейчас раны бередить? Да все это в прошлом. In the past. Наш дом, новое воспоминание. Как мне... Лука, поручает тебе. Я не смогу туда добраться. А мне похеру, говори как хочешь. А чего ему не перебраться? Давай здесь поверху, и все. Красиво мог бы все сделать. Пацан, ты, конечно, бесполезный. Овощендра. Я думал, ты, блядь, настоящий пацан. Ты их шляпа какая-то. А не пацан. Ой, ну счешься. Наверх идти. Как еще? С прощой, наверное, если что-нибудь можно сделать будет наверху. А иначе я что-то вариантов-то не наблюдаю особо. Да. Альт, во. Справишься? Я застрял. Еблан, Лукас, я не понимаю, ты совсем общий. Я мне туда не попасть, я не могу, я не знаю, я не умею, я, блядь, я пацан, который хера, блядь, просто присоединился к тебе и будет с тобой ходить, как хвост такой, а? Я ничего не буду делать, будет каждый раз тебе говорить, я ничего не знаю, я ничего не умею, отстань, амиция.
Ну это же неправильно. Ты должен быть таким проактивным, таким современным. Тайм-менеджмент, все дела. Это же такой лукс такой. С таким бумажкой. Бумажкой. Дневником. Проактивный дневник лукс. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Надо попасть. Не знаю. Нихера не знаю. Вариантов забраться, вот херова туча, ну, одно удовольствие, мне кажется, вот по такому лазить. Даже мне. Даже мне. Ебашки, да. Мне кажется, в прошлый раз был какой-то глюк. Реально. Оп, вот сейчас же нормально все. Ну чё, вам прям идеально, вот я запаркую, у меня параллельная парковка, угол в угол, чтобы я не это никуда не... Ничего там этот, вот. Пиздец. Ну это смешно просто, ничего, не могла как-то... Не могла что ли? Теперь займемся этой херней. Ребятки, давай, Лукас, я устал. Давай, уже бегу, делай свое дело, Лукас. Ты пацан или кто вообще? Отпускай. Эти в работе... А здесь что-нибудь есть? Полезно. А, нихера здесь. И не надо. И не надо. Есть дырки. Лукас, давай теперь здесь крути. Лукас Крутилкин. Ха-ха-ха-ха-ха. Смешно? Нихера. Лукас Крутилкин. Лукас, ты где вообще? Лукас. Я не понимаю, что происходит. Загрузка какая или что? Или Лукас там прихерял уже. А, вот что-то есть. А, нет, это не то. Лукас застрял. Надо опять Лукаса выручать. Ну, ебанько. Нет, Лукас. Ты какую-то херню сделал. Он что-то делает, и я что-то должен сделать. А что? А, перебить ее. Вот так. Я перерубила цепь. Можешь отпускать? Отлично. Скорее отпускаем ее к воротам. Отпускаем или оттащим? Что сделать? Давай. Ну, бегай себе. У нас только одна попытка. Если не получится, Гугу останется один, а мы умрем. Да. Давай здесь. Стой, еще же супер фасио. Глупо какой-то. Как-то все, по-моему, сейчас уже не до критики. Уф, ну ладно. Какой-то план у них не очень надежный, да? Готово, кажется, вот эта лебедка сбоку ее взводит. Я все сделаю. А воротах ты в какой момент откроем? Ни в какой, стреляем прямо сквозь них. Нам нужно, чтобы возникло трение. То, но мы же даже не знаем, пробьет ли она их. Поздно гадать. Ты дурак, что ли? Поздно гадать. Сейчас все херам взорвется здесь, да? Надо приоткрыть хотя бы их немножко. Вы в прошлый раз приоткрыли. Что мешает приоткрыть? Вот такой план, препарат готов. Мне очень понравилась серия «Разрушители легенд». Они там сделали арбалет автоматически, как пулемет, который вот так вот херачил стрелы. Они сами сделали. Он так... Прям обойму полноценной стрел. И вот там они вот такую же херню крутишь, и она подхватывает, сразу натягивает и стреляет. Очень круто было сделано. Сработал. Ну, мне кажется, этот план, ну, какой-то просто смешной. Ну, реально, он настолько ненадежно выглядит, что я даже не знаю, что здесь добавить можно к такому суперкрутому плану. Что еще можно добавить? Да нихера ты добавишь. Такой суперкрутой план. Ну, наконец-то, почему так долго? Ну, мне... Травника не было дома, нам пришлось ждать. Но мы все принесли. Надо дать ему это. Да, мы и без этого уже потеряли много времени. Как он? Очень устал. Заснул, как только припадок прекратился. Пожалуйста, перестань. Он более чем в хороших руках. Надеюсь, что вам можно верить. Ха. Он сказал ха. Она а. А он уф, 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 уф. В этой везде лук. Защитницы. Долг защитницы. Четвертый. Тут, кстати, очень долгие загрузки. Вот что, на что я обратил внимание. Прям загрузка здесь такая, что блин, сидишь, ты рассуждаешь, там уже начал с долг защитницы, а заканчиваешь с какой-нибудь там мультивселенной безумия.
Собственно, что я тебе сейчас и показал наглядно. Раз, два, переход. Ты даже не заметил. Опыт. Опыт он такой, что ты прям начинаешь и даже не понимаешь, и потом никто не понимает, и все такие, ох, ты наша легенда. Ну, легенды, так и зовут. Don't. Да, я знаю, это тяжко, но выбор, родная. Два дня прошло. Как ты можешь так просто как тут стоять и... За что ему такие мучения? Все, я его забираю. Амиция, стой. Носитель у последнего порога явление редкое и опасное. Само собой, его придется изолировать. У ордена есть особые дома. А вы посадите его под замок? Ты видел, на что способен твой брат? И это только начало. Нет, он еще ребенок. Он ни в чем не виноват. И чем больше вы его будете мучаете, тем больше будет крыс и смертей. Вот об этом его и нужно изолировать. Что чем ближе конец, тем сильнее он становится. Магистр не здесь. Что? Что это значит? Амиция Гуго обречен. За последним порогом носителя ждет смерть. Нет! Нет, я не верю. Лукас же как-то сумел. Да, ему удалось оттянуть неизбежное. Но твой брат в тот момент достиг лишь первого порога. Сейчас все иначе. Не помогут ни зелья, ни эликсиры. Постойте, остров. Он вечно говорит про остров. Может, это макула я его уже нашептала. Ну, нам нужно. Это детская выдумка. Ну, вот как. Вы все детские выдумки на стену вешаете. Вешаете, вопрос. Да, ага. Так что же там? Дитя. Ты бежишь от реальности вместо того, чтобы принять судьбу брата и свой долг. А долг защитницы исполнять волю ордена. Эй, это судьба, а не долг. Сделайте мне ваш орден, я вас знать не знаю. Вы мне не указ, пустите меня к брату. А ведь я его изнурен, к нему нельзя в таком состоянии. Пустите. Сперва успокойся. Ты сама сказала, Макула питается его эмоциями. Злится она, пиздец, да? Мы отправимся в Марсель, в ложе Ордена. При первой возможности у меня есть человек. Жозеф, он ждет с лодкой в порту. Его надо предупредить, а я пока присяду. Дайте знать, когда все будет готово к отплытию. Я не... Лука, отправляйся в порт и найди этого Жозефа. Слушаюсь. Не помню я, как этот Гугу мне подхватил всю эту херню. Он, получается, теперь крысами управляет. А Митция... Он в первой части управлял ими. В конце уже начал управлять. Как то? Что-то я не помню, что за силу он такой. То ли он что-то выпил, то ли съел, то ли она просто в него вселилась. Блин, забыл. Ушел. Будьте осторожны. Осторожны, вы оба. И до сих пор у него это не прошло. Видишь? И чем дольше он болеет и сильнее, тем больше будет крыс, они сказали. Ну, блин, а что будет в следующей серии? Ты в порядке? Да, она просто заебок. Что будет в следующей серии, мы узнаем в следующей серии. Пока что никаких подписок, никаких лайков и комментариев, просмотров. Ну, уже можешь повысить до 3-4. Начиналось с 1-2, может 3-4 в час, не больше. Все. Пока.